Дубровский, глава 9, краткое содержание. У Троекурова праздник, собирается много гостей. Входит опоздавший местный помещик Антон Пафнутич Спицын. Он объясняет свое опоздание тем, что побоялся ехать через Кистеневский лес. Троекуров насмехается над трусливым толстяком Спицыным, а Антон Пафнутич уверен, что опасается нападения не зря, ведь он в суде свидетельствовал против отца Дубровского. Помещица Глобова рассказывает, что отправила своему сыну деньги с приказчиком на почту. По дорогу тот попал в руки Дубровскому. Разбойник прочел письмо, деньги вернул и отпустил, а приказчик затем присвоил все наличные. Вывести лгуна на чистую воду помог один генерал, случайно заехавший в гости. Все бурно обсуждают происшествие. Речь заходит о медведе, и Троекуров рассказывает о геройском поступке Дефоржа. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.